Уважаемые собратья по рыболовному цеху, всем вам широчайший уральский привет! Сегодня мы очень рано прибыли на водоем, потому что у нас сегодня в приоритете рыбопоисковая операция. Вообще, сегодня видео будет достаточно информативным. Сегодня я расскажу вам немного про то, как пользуюсь эхолотом. Расскажу вам сегодня про свои новые сапоги, вообще почему я их купил. Также поделюсь с вами небольшой хитростью о том, как я протягиваю леску перед рыбалкой. Сейчас продвигаемся через лес к водоему. Ну и следующее, наверное, включение будет тогда, когда уже будет более-менее светло, чтобы можно было хотя бы что-то поснимать. Солнышко начинает потихоньку подниматься, и мы сейчас находимся прямо посередине пруда. Значит, перепады глубин здесь идут от 4,5 до 7,5 метров. Как я, в принципе, нашел это место? Поиск начался дома. В интернете я нашел старую карту этого района. Старая карта была до затопления, то есть на ней было видно реку, на ней было видно все ручейки, которые в эту реку впадают. И, соответственно, потом я взял эту старую карту, наложил ее на новую карту, уже водохранилище. И, соответственно, мне стали известны места впадения ручейков и маленьких речек в основную реку. В этих местах должны быть какие-то коряги, перепады глубин, в общем, различные укрытия для рыбы. Ну и потом в навигаторе на телефоне я это место себе отметил и потихонечку шел, сверлил лунки, эхолотом промерял, смотрел дно. И, наконец, прямо на середине пруда я сначала шел, была глубина примерно 6,5 метров, 7 метров, 8 метров. И тут вдруг резкий скачок до 4,5, даже до 4,30. Угу. Соответственно, я остановился и начал это место разбуривать и промерять его эхолотом. Ну и получилось так, что я смог найти кромку русла и смог найти место, где впадает ручеек. Эхолот показывает на дне коряжки, различную плотность дна. Здесь место очень интересное. Ну а будет ли здесь сегодня стоять рыба, это уже только одной рыбе известно. Но тем не менее, опытом поиска рыбы на неизвестном водоеме я с вами поделился. Надеюсь, что такая техника кому-нибудь пригодится. Ну а сейчас мне только остается закормить перспективные лунки мормышем и сухарями, немного попить чаю, подождать, пока более-менее расцветет, потому что камера сейчас выдает более светлую картинку, на самом деле сейчас темнее. И потом уже будем начинать рыбалку. Закорм лунок у нас сегодня будет обычными сухарями. То есть взял белые сухарики и ржаные. Значит, в кормушку, как всегда, немного мормыша. И потом плотничком прикормку. Какого красивого цвета у нас сегодня прикормка из сухарей получилась. На дно. Центруем. И открываем. Так, оставшиеся 9 лунок. Луночки я закормил, чай я уже тоже попил. Первый круг я сейчас побегу с чертиком на 0,8 граммах. Вот такой вот черт. Красивый. В общем, пока я не забыл, хотел сказать, почему приобрел новые сапоги. Значит, на рыбалке часто на шабалу намерзает ледок. Особенно, когда температура воздуха очень низкая. Так вот, если лунки кормлены и рыба под лунками стоит, то крайне не рекомендуется шабалу оббивать об лед. Вот, и я обычно шабалу оббиваю об сапоги. Но вот старые сапоги у меня, которые были, они были более тонкостенные. А эти прям такие достаточно массивные. Это вездеход Yeti. У них там еще стелька внутри дополнительная есть. Вот, ну и в общем, об такие сапоги, когда оббиваешь шабалу, нога вообще практически ничего не чувствует. То есть... Все, шабалка чистенькая.
Так что вот такая маленькая военная хитрость на вооружение. Главное сапоги выбрать правильно, чтобы подошва потолще была. Вот у этих толстая подошва. Это вездеход Yeti. Здесь вот под лункой эхолот показывает 6 метров глубины. Идет какое-то непонятное движение. Ну и коряшка на дне. Потом в течение рыбалки я вам более подробно расскажу, как определять, есть ли коряги на дне с помощью эхолота. Еще одна маленькая хитрость, которой я хотел с вами поделиться. Когда большой перерыв у вас между рыбалками, то леска на катушке, она слеживается и получается вот такой. То есть она скручена. Значит, перед тем, как начать рыбалку, я опускаю, значит, леску немножко. Я ее чуть-чуть протягиваю, чтобы она у меня была более прямой. Что это дает? Это дает более четкую поклевку на большой глубине, особенно когда вы ловите. И добавляет вам буквально несколько мгновений на то, чтобы осуществить подсечку. Вот такая вот маленькая хитрость, которая позволит вам, возможно, реализовать больше поклевок. Опа! Вот она. Загнула чуть-чуть. Кунёк. Кунёчек попал. О, пузо какое! Мормуша налупился. Вот молодец. На самый краешек приклюнулся. Сейчас, погоди. Пущу тебя. Давай, топай, повали. Решил я сменить чертика на большого мормыша, потому что рыба ходит за чертиком, но плохо клюет на него. Сейчас попробуем раздраконить. Опа, вот она. Вот она. Вот так хорошая рыбка попала. Вроде как. Вроде как хорошая рыбка. Ух, заплаточка. Какая хорошая. Иди сюда. Вот она. Раздраконил. Раздраконил на мормыша. Пойдет. Красавчик какой, клюнул. На этой лунке вроде как должна быть рыба. И сейчас, если она тут есть, я вам покажу, что должно произойти. Вот тут вот у нас есть линия дна. Если мы будем мормышку поднимать и играть ее, то в определенный момент времени, если рыба будет следовать за мормышкой, то от дна оторвется еще одна полосочка и будет идти вверх. Это и будет означать то, что рыба преследует нашу мормышку. Линия дна бывает посередине экрана, бывает внизу, а бывает дно полностью в черточках. Если дно полностью в черточках, значит это коряги. Поэтому если лунку просверлили, опустили туда датчик эхолота, посмотрели, если все дно, это сейчас в режиме флешера эхолот стоит. Если все дно у вас получается в таких полосочках, значит вы сидите прямо на коряге. Место перспективное, можно пробовать рыбачить. Вот, кстати, вот она полосочка чуть-чуть вверх пошла и остановилась. Ага, вот идет, идет. Нет, видимо, что-то не понравилось. Все, полосочка снова вниз пошла. А ему не понравилась проводка. Пробуем поменять.
Вот он. Вот он. Юра, контакт. Контакт. Ух ты, по-моему, щука. Точно. Да. Точно, точно, точно. Там на чертика. За самый краешек. Ох, и дала мне шороху сейчас. Красотка. Ой, красотка. Фух. Потряхивает меня немного. Планочка. Хорошая рыбка попала. Идет, идет. Бьется в него. Окунь. Окунёк. Окунёчек попал. Вот такой. Красава. Здорово. Ну, вот такого вот чёрчика.
еще одна попалась, которая кусалась. Получше. Вот такой подлещичек. Восемьсот 60 грамм. Щучка хорошая, жирненькая, видимо съела кого-то. 240 грамм окунек. Вот такой сегодняшний улов. Чертика нагнутого, вообще отлично. Значит, хочется сказать еще несколько слов по поводу своих сапог. Сегодня я их обкатал, испытал. В общем, сегодня у нас поддавливает где-то 12-15 градусов мороза. Ветерок северный. Примерно, ну, метра 3 в секунду точно есть. То есть, как бы руки подмерзают. Но в ногах, в общем говоря, Ташкент полный. Там идет еще дополнительная стелька, оказывается, по крепости. Я сегодня сапоги уже проверил шабалой. В тех сапогах я как бы отбивал носок, то есть когда разбивал лед на шабале о носок сапога, то как бы были какие-то болезненные ощущения. А здесь как бы вообще по барабану. В целом обувью я полностью доволен. Сапоги эти называются, если вам интересно, вездеход Йети. Рыбки мы сегодня с вами поймали, конечно, немного, однако видео вышло очень даже информативным. Я надеюсь, что кто-то из вас подчеркнул для себя что-то новое. Но у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.